Ну, друзі, що ж, я відходжу від столика і хочу вже присісти на диванчики, тому що тут є прекрасні дівчата, які завітали до нашої студії. А вони завітали не просто так, дехто вже вам знайомий. А справа в тому, що в травні місяці буде проходити фестиваль «Сім'я», сімейний. До речі, це вже хороша тенденція для міста Миколаєва проводити заходи для всієї сім'ї. Я готовий цих дівчат вже представити, бо монологічна моя розмова вже їх ставить у притик. Що робити? А що ж, в нас в гостях Альона Бутова, організатор фестивалю «Сім'я», Альона Хівріч та Наталія Євоєва, координатори проєкту. Дякую, дівчата, що завітали, вітаю вас. Що за проєкт, Альона? Мабуть, спочатку до тебе слово. Розкажи про ідею. Сьогодні я вже в другому полу. По поводу фестиваля сім'ї. Это праздник для всей семьи, мероприятие, которое будет проходить на протяжении всего дня для семей города Николаева, для молодежи города Николаева. Проходить будет по улице Соборной и на площади Соборной. Будут включены ярмарка, парад, семейные эстафеты, тоже является традицией. В прошлом году мы проводили для многодетных семей. Вот, а в этом году мы будем проводить тоже для многодетных семей эстафеты и талант-конкурс для наших, так сказать, семей, которые зарегистрируются и примут участие. А талант-конкурс что предпочитает взагалі? Представление какого-то номера, чи можно просто виріб якийсь? И представление номера, и интеллектуально-развлекательные, познавательные конкурсы. Мама, папа, я хорошая семья, да. Я понял. Я хотел бы спросить у Алены по поводу ярмарки, потому что уже об этом сказали. Что будет там интересно? Потому что я знаю, что вы координатор именно этой отрасли фестиваля. Мы ждем представителей предприятий, которые могут представить свою продукцию для детей и семей, которые будут, ну, полезные для семей. Ну, в общем, будет ярмарка, как обычно, как на День города бывает. Просто, чтобы было интересно, чтобы увлекательно и для деток, и для взрослых. А какие вообще еще будут, возможно, изюминки фестиваля? Ну, как по мне, основной изюминкой это будет именно парад семей. А у нас будет проводиться регистрация, и любая семья города Николаева может зарегистрироваться и принять участие. Это будет очень интересно, они должны будут, это будут креативные семьи, они должны будут придумать себе образ, как для себя, так и для своего ребенка, своего супруга или нескольких детей, и вместе пройтись по улице Соборной, все семьи Николаева пройдутся и покажут, какие они оригинальные и креативные. А регистрация будет предварительная или это уже в интернете, да? Да. А я понял, у нас также есть фотографии, которые время от времени увидим на заднем плане. Хотелось бы прокомментировать, что это у нас такое интересное. Это танцевальные коллективы. На экране, значит, ты уже дочитал кош. Это танцевальные коллективы нашего города, творческие коллективы, которые участвовали в прошлом году. Будем надеяться, что и в этом году они примут участие. Вот, мероприятие проходило в детском городке «Сказка». Большое спасибо за помощь управления по делам семьи, детей и молодежи, что в этом году они тоже откликнулись, откликнулись, да, и согласились нам помогать. Вот, мы надеемся на их помощь и поддержку. Хотелось бы спросить, как много семей было в прошлом году? В прошлом, знаете, тяжело сосчитать, потому что мы... Не было, да, регистрации, я так понимаю? Регистрация была только на эстафеты. В эстафетах участвовало около 10 семей многодетных. Вы представляете, сколько это людей. Вот, как видите, семейные эстафеты – это и спортивное направление, и направление интерактивное. Также проводились ярмарки, мастер-классы, и наши участники были награждены. Ну що ж, я так думаю, що в цьому році також чекають на них подарунки. Конечно. А вже можна привідкривати таємницю чи завісу, що ж це буде? Поки ще ні, ми на стадії поиска спонсорів, поэтому как будет представлено. Отож, всі спонсори, не будьте байдужі, будьте активними, допомагайте організаторам таким прекрасним, які організовують хороші заходи для усього нашого міста. Хотілося б ще запитати, фестиваль буде проходити на вулиці Соборній, в який час? Весь день, але о котрій буде десь приблизно збір? З 11.00 до 17.00 буде проходити ярмарка. С 15.30 до 16.30 будет проходить парад. Сразу после этого начнутся семейные эстафеты.
И по завершению семейных эстафет начнется концерт, творческая программа наших коллективов и талант-конкурс. А по завершению мы очень рассчитываем, что приедут звезды украинской эстрады и порадуют наших гостей. Ось так, навіть ще і такий сюрприз може бути. Да. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно все у вас що-то вийде. Вам наснаги, звичайно ж. Вже знаючи за минулий рік, що фестиваль пройшов досить таки добре, сподіваюся, що і впевнений, що в цьому році він пройде на висоті. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую телеглядачам, що сьогодні в нас в гостях була Альона Бутова, організатор фестивалю «Сім'я», Альона Хівріч та Наталія Євоєва, координатори проєкту. Дякую вам, дівчата, ще раз.